смотрите, удивляйтесь и будьте в курсе всех спортивных новостей. Спасибо чемпионат за это. Мультфильмы любят абсолютно все. Ну и, конечно, наш информационный партнер, наш большой друг ВК. ВК много различных увлечений, развлечений, образовательных программ. И быть всегда на старте и готовым хорошенечко, мощно и громко дать тот самый старт своей счастливой спортивной жизни. Вы можете заниматься в Москве зимой. Друзья, я вижу, как нам здорово и приятно находиться здесь, в Лужниках. Сегодня особенно, когда мы все вместе с вами становимся участниками такого... Ну что, заполняем? Давай, работай, что все время я говорю? В 11:20 в деревне пройдет для наших участников, где уже третий год, друзья, третий год подряд при поддержке Департамента спорта города Москвы для всех жителей столицы работает лыжно-биатлонная трасса, на которой мы с вами все здесь и находимся. Кто ест макароны на ночь, тот отлично комментирует биатлон и классно выступает. На Матч ТВ, и мне всегда вот интересно, как этому диванному критику, знаешь, как можно было промазать? Мне хотелось самой попробовать, поэтому огромное спасибо и Матч ТВ, и Мосгорспорт, ну и что позвали вообще с такими звездами здесь. Я в команде с Иваном Черезовым. О, вот это да! Что вместе со спортсменами выступают те, кто ни черта не делают. Певцы, артисты и прочие люди, которые, впрочем, зашли в правильную дверь. Это очень важно. У нас, друзья, на нашей одетой вечеринке все заходят в правильные двери. Знаешь, кого я больше всего рада видеть? Для юных зрителей это будет интересно. Никита Манец. Да. После легендарного сериала «Слово пацана, кровь на асфальте». Многие, я думаю, юные зрители, фанаты этого сериала, и он сегодня будет здесь. Все уже забыли, что он, это в прошлом году было. Какой? Вот недавно совсем. Да в прошлом году уже было, все посмотрели, уже впереди новые сериалы. Что ты вспоминаешь, старье всякое. А я... Сама! Как говорят у нас в Государственной Думе, сама гонка протекает хорошо. Светлана Сергеевна, с каким настроением вы сегодня пришли в Лужники? Я за танцы отвечаю сегодня. Тогда кстати, танцует. Как? Мои дистанции 10, 15, 20. Но это ваши дистанции, а кто еще из футболистов способен больше 1,5 километров, кроме вас, только Дзюба пробежать? Это удар в пах сейчас еще. Не то, что удар в пах, а три удара. Дорогие наши зрители, просьба, чуточку внимания. У нас сегодня звездные участники, звездные судьи, звездные ведущие. Это я про Дмитрия Губерниева, конечно же. И звездные зрители. Это вы, друзья, давайте. На первой линии стартового поля чемпионка мира Екатерина Юрлопер. Дважды олимпийский призер, трехкратный чемпион мира Иван Черезов. Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, обладатель Кубка мира по биатлону Сергей Чепиков. Призер чемпионов мира и дамов Кубка мира, победительница многих соревнований Наталья Гусева-Сорокина. Призер чемпионата мира, наша гостья, очаровательная представительница Республики Беларусь Ольга Назарова. И, конечно же, друзья, начинающая биатлонистка, третий юношеский Светлана Слепцова. Олимпийская чемпионка, чемпионка мира. Ура! Минута до старта. Все вместе давайте. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Паху Сергея Чепикова. Они бегут штрафные круги радости. Молодцы. Идет передача эстафеты. Принимает эстафету. Да, давай, давай, худая, давай. Итак, Юрлупер, Кадаранцев, Черезов, Гаджиева. Между ними минимальный просвет. Дальше Сорокин и Манец. 29 после передачи проигрывает Назарова и Рыжков. 48. Это борьба. Пока еще только в первом полуфинале. Вперед! По 15 раз. Итак, Черезов, Гаджиева, борьба за второе место, но посмотрите, 6 секунд у нас, Рыжков и Назарова выигрывают у Черезова, Гаджиева и Манец с Сорокиной. Как бы сказал поэт Константин Симонов, понятно, еще Манец, как бы сказал он. Рыжков, это вам не о трансляциях договариваться, здесь надо работать! Вперед! Эмма, давай, не сдавай! Вперед! Давай, давай, давай! Но нет, будем ездить, так сказать, в туфельках. А как же здоровье, тебе еще детей рожать, эх ты! Кондорадзев! Первый! Браво, но это только полуфинал. Блистательная пара Юрлоу-Перт и Кондорадзев будут брать реванш, без всяких сомнений, в прошлом сезоне не все получилось. Но сейчас настрой у руководителя очень хороший. Да, новая лига не видела таких страстей. Внимание, участники второго полуфинала, постепенно собирайтесь. И про... Борется, сражается. Какой молодец! И Манец за ним. Какая техника передвижения на лыжах у Рыжкова. Ай да Дмитрий! Ой, Дмитрий, нас... Дмитрий, это борьба за второе место. Ну что, что? Никита Манец уходит вперед! Стой! Стой, родной! Стой! Вот это борьба, Дмитрий! Никита! Никита на коленях выходит на второе место. Но еще третье. Третье нужно Рыжкову финишировать. Да, такой борьбы еще наша звездная гонка не знала. Вы лучшие! Мощнейший состав. По традиции звезды биатлона отправятся в зону старта, где передача эстафеты, там селебрити. И шестая пара, друзья. Дмитрий Малышко и Светлана Журова. О-о-о! Друзья, поет Юрий Барзаковский. Скучаю, я очень болен, я почти умираю. Слова знает даже, молодец. Друзья, стартовый пистолет уже поднят, внимание! На старт и уже на дистанции спортсмены, друзья! Ой-ой-ой-ой-ой, какая здесь напряженная борьба! Ну, давай! Надежда на партнера. Оля Почуфарова, ныне тренер молодых московских биатлонистов. Оля, давай! И Малодеевского автономного округа Макарова. Молодец!
император сразу видно влюбился. Мы знаем, что наш олимпийский чемпион, легендарный бегун. Просто щелкунчик. Спикер Володин сейчас переживает и говорит, ну что, Светлана Сергеевна, терпи, родная. Что творится, а? Что творится? Приехал с гастролей, мало спал. Нюни не развесил и наоборот, новую профессию выбрал, овладел. Чех шахты конструирует, мощь. Вот что мы видим. Мы видим Светлану Журову. Поздравляем! Малышка и Журова наши. Группу «Руки вверх». Только коррозия металла, только руки вверх. Два коллектива в сердце. И вот. Младшенькая, что творит? Вы посмотрите. Уже даже не отталкивается палками, такую скорость приобретает. И бабка бежит встречать. Ника молодец. Это Ходьков. Макарова Ходьков, бронза. Но пока предварительная в этом заплыве, как бы сказали Денису Панкратову. Продолжают. Итак, друзья, у Ивана Мерехова стартовый пистолет. 45 секунд до старта. Готовимся к старту, друзья. Спасибо. Как известно, наши спортсмены не любят, когда берут интервью до старта. Они могут перегореть, поэтому я возьму у не нашей. Итак, если волнение... Спокойствие. А как может быть спокойствие, когда это биатлон? Должно быть волнение. Должно быть спокойствие. Спокойствие и азарт. Итак, последний отчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пока на третьем месте, но у нас смешанные эстафеты, все будет меняться. Прекрасно, Сорокина, молодец, Назарова, вся Ры, вся Беларусь за Ольгу и не только. Серьезнейшая борьба сейчас на ваших экранах и на ваших глазах. Руководитель Федерации санного спорта.
красотка, чиновник, секс-символ. Ура! Ура! Вот, 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 работа! Вперед, вперед, ребята! Конечно, как по... Ну а тем временем, после штрафных кругов, накануне Алексей Кондорадзе. Это победа! Но у нас борьба за второе место в разгаре. И за третье. Подойдем, подойдем. Журова! Просто красота! Так, Ника Жукова, Андрей Маковеев, а Журова все правильно. С Дмитрием Малышко выступала. Дима Малышко встречал в створе серебряного призера. И Жукова с Маковеевым — это бронза. Финал на большое достижение, и, конечно, Никита.